Скажите, вас еще мучают воспоминания? Воспоминания? Нет, не мучают. Коля! А ваш сын? Вы вспоминаете своего сына? Здравствуйте, мой сын пропал. Его сегодня не было в школе. Татьяна, слушайте меня внимательно. Встреча с сыном должна быть на английском. Мы просим вас не обсуждать с ним текущую ситуацию. Какую ситуацию? Тот факт, что он находится в приюте, что вы скучаете. Просто не беспокойте его. Привет, Коля. Привет, мам. Отпусти! Вы бьете своего сына? Конечно, нет. Нам сообщили, что вы регулярно применяете силу. Он сам нам сказал.